тех, кого просто так не видишь. И я в прошлом году несколько раз говорил фразу, что эта артистка была удостоена звания лучшая артистка года. И ура! В этом году эта артистка завоевала второй раз подряд это звание. Наталья Петрожицкая, лучшая артистка театра Станиславского этого сезона. Поверьте, Наталью, для того, чтобы услышать Наталью, вам надо месяца за два покупать билеты в Станиславский. Ария Мими, собственно, одна из моих любимых опер. И Ария Мими в твоем исполнении, наверное, одно из самых величайших. Я не постесняюсь это сказать. Yes.
Мои григоряне рекомендуют. Ходите в Станиславский и слушайте Наталью Добровольскую. Главное, успеть билеты купить. Или же приходите на пиано. Наталья Петрожицкая, где ты? Лучшая артистка театра Станиславского, 2 года подряд. И только на Opera Night можно увидеть классическую оперную звезду. Вот здесь на сцене, в таком наряде, в неформальной обстановке. Я приглашаю на сцену Александр Тевелев. Для меня Саша был две недели назад, он аккомпанировал. По сути, сейчас кот в мешке. Что будет играть, я не знаю. Саш, сам расскажи. Вот этот микрофон есть? Добрый вечер. Еще в тот раз, когда я здесь впервые оказался, на Opera Night, возникла идея сыграть одну композицию. Я придумал ее несколько лет назад. Она, собственно говоря, сложилась из двух известных всем произведений. Одно из них джазовый классический стандарт, второе классическое академическое сочинение Фредерика Шопена. Я думаю, что обе мелодии вы узнаете, я не буду их называть. Они как-то заключились у меня в одну композицию, поскольку я нашел немножко схожими их темы. Thank you.
Саш, ты еще появишься у нас. Дарья Самарская, Хабанера. И Михаил Гиазарян. Миша, прости, пожалуйста, я вначале бесцеремонно сел, не спросив у тебя разрешения. Друзья, вот это, собственно, показатель того, что эти люди встречаются первый раз вообще. Что неестественно для классической музыки. Потому что, Наташ, правильно, надо порепетировать. Да, 20 раз. Yeah.
большая, то по сути для меня тоже кот в мешке. Попросил его представить тенор и псевдоним Варт. Собственно, тенор Варт и Михаил Гиазарян. Скажите, девушки, мне татарская песня. У нас бывали челюстно-лицевые хирурги. Вот этот молодой человек, я успел узнать, что он еще и был юристом. Потом перешел в вокал. Кот в мешке Варт. Кошечка в мешке. Сегодня очень много новых людей, это очень хорошо. Анастасия Хмельницкая, Марица и Михаил Газелев.
Настя, я хочу сказать, что такой дресс-код мне очень симпатичен. Я думаю, что очень большинству мужского населения сегодняшнего нашего вечера. Вот артистка Петрожицкая просит, встаньте боком. Анастасия Хмелицкая и Михаил Газанов. Марица. Есть принтер, когда вокалист приходит, говорит, я забыл ноты, мы тут же печатаем ее вперед.
Ай, у тебя такой красивый, мягкий голос. Это единственная мягкая вещь во мне, кроме сердца. Второе произведение – это у меня сюрприз для Александра Эстиса, который был главным духовным наставником и вдохновителем на исполнение этого произведения. Я ему наврала, что оно будет позже, оно сегодня. У нас есть именинник. С днем рождения, где именинник? Я его видел сегодня сейчас. Где? Да. Именинник, первый раз же, да, здесь вам вообще нравится? Да? И тут попасть, чтобы каждый раз приходили. Вы хороший слушатель. Вообще, на оперонайте плохих слушателей не бывает. Если не привыкли, приучаю. Потом в пациенты записываю. Артистка Петра Жицкая требует. Крутое поздравление! Thank you.
есть одна такая тяжелая история, вот, поскольку еще много народу, я сейчас сразу же с тебя слово беру. Понимаешь, я тебе давно говорю, пой побольше Баха. Дай мне, пожалуйста, обещание. Ты редко здесь бываешь, но когда бываешь, одну композицию Баха приноси в форме. Пожалуйста. Молодец. У тебя Бах звучит фантастически просто. Где сейчас находится Стас? Он, сразу говорю, он, естественно, певец. Ты здесь находишься. Это такая маленькая наша Стасом победа. Стас в этом году поступил почти чуть ли не первым номером, выкинув сразу с первого тура всех русских, которые были, поступали. И стал, это даже не студент, собственно, это контракт. Ла Скала Милан. Вот так учится в Московском авиационном институте. Станислав Черненков, Михаил Гезерян, Ария Дона Базилио. Вас не подведи, я уже отпиарю от тебя, мне самому страшно. Oh!
Я хочу сказать, что, в принципе, для классического вокала, видите, оказывается, не надо в консерваторию учиться. Более того, Стас, если позволишь, я это скажу. Где-то года 2-3 назад Станислав поступал в Московскую консерваторию, не знаю зачем. Ему там сказали, что мальчик, у тебя голоса нет, тебе вообще петь не надо. Через 2 года он поступил в Москву. Вот такой забавный случай. Анастасия Хмельницкая. Россини Тарантелло. Боком. Артистка Петрожицкая просит. Вау, это первый раз будет за всю историю коронета, который происходит. Первый раз Тоска Коварадоси. Yes.
играли врача. Oh!
пока вы тут сидели и слушали, вот здесь такая коллегия образовалась. Мы решили, что мы Наташу Петрожицкую не отпустим. А вы будете отложены. Потому что еще неизвестно, когда такой случай еще будет. Это действительно богема Наташа Петрожицкая, театр Станиславского. Ходите, как только сможете. Это здорово. А где моя программа? Никто не видит. Вот Миша вот прячет. И вот без этого я ничего не могу делать. Да. Михаил Ягозарян, Варт. Хотел бы я в длинное слово. Не взял? Миша, по-моему, все наизусть играет. Песню дарю Юле. Юля, с днем рождения. Тоже день рождения? Ничего себе. Грусть и печаль, и бросись на слово на ветер.
Президент сказал, я уже сам не знаю, что ты будешь петь, поэтому ты сама все объяви. Самое интересное. Наталья Мельник, артистка театра «Оперетты». Буквально там была премьера вместе с ним. Миша, а ты успел это все запомнить? Да. Нет? Ответ очевиден. Сейчас попробуем. Джем Сюша. Чего ты сказал?
сколько раз репетировал с ней? Ни разу, я знаю. Да. Наташа, у тебя нет еще больше таких нот, нет? Ты понимаешь, что ты так легко не отделаешься? Я просто перебил публику, они потому что они хотели аплодировать. Анастасия Хмельницкая. Миша, сам не знаю, что я не знаю, сам сейчас скажу. Между прочим, Наташ, напомни, пожалуйста, когда у тебя спектакль следующий, премьера? 10 октября. 10 октября, театр опереты. Какой спектакль был? «Бал в Савое». «Бал в Савое»? 10 октября, «Бал в Савое», 11 Марица, театр опереты, Наталья Мельник. Thank you.
Марина Сатарян. Надо было поменять местами. Станислав Черненков. Ария Мефистофеля.
Наталья Мельник, Михаил Ильязарян. И дальше традиционный поклон. Дарья Самарская, Анастасия Кривицкая. Дарья Самарская, Анастасия Кривицкая. Барт, Наира Сатарян, Михаил Ильязарян, Станислав Черненков, Александр Цивилев и Шоу. Наталья Петрожицкая, Наталья Мельник. Опернайт номер 40. Наталья Мельник, Михаил Газелев, Наира Сатарян, Дарья Самарская, Бак, Анастасия Хмельницкая, Станислав Черненков.